Сам Коклабник з Пабрадна. А, ну, добре, видим. А самку са уж ближе, на чо сам си дала ти крца и шаг и тепло. Так, повед нам, ако дълго са ти венуеш Хельгонка? 3 роки. 3 роки. А кто ча к ней приведал? Родичия, крестный стрико. Видите, то шетко е в родине, то е фантастическое. А колко цвичиш на Хельгонке? Годину. Годину, то е предписане? Учителя. Любовольни. У вас 2, аж 3. Теда, а це зле, то так цвичиш поцтиво? Ано. Так, теда, а ніхто ча не нути? Ні. Ну так, то ча обдивуємо. Так нам зараз предведь, чо вєш, нех са паче. Подай пісня, ту, про чому сі слюже брал.
Máš tiež hlas ako zvon. Počuj, a keď máte rodinné oslavy doma, tak ty zabávaš všetkých? Áno. No teda, som videla maminu, ako povzbudzuje, podporuje, zlatá, máš svoj brata, aj tatina, celá rodina ste tu. Áno. A povedz mi, aké bolo vysvečko? Samé jednotky. No teda, ty si geniálne dieťa, samé jednotky, hráš na herigonku, určite aj počúva, však rodičia, 100% som si istá. Dobre, ďakujeme pekne, ale my ťa tu budeme určite ešte volať, všetkých vás tu budeme volať. Tak si sadkaj.